ОДД с духовым оркестром. Так называется программа вечера, которая откроет сезон «Державы». Прозвучит музыка самых популярных классических балетов с уникальными аранжировками для духового оркестра. Мы услышим тубу, этот самый огромный инструмент духового оркестра, в качестве солирующего инструмента. В историко-мемориальном центре музея Ивана Александровича Гончарова в рамках выставки «Мозаика эпопеи», посвященной роману «Война и мир», воссоздали личный кабинет Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. И мне хочется обратить ваше внимание на копию стола Толстого из персидского ореха. Этот стол сопровождал практически всю жизнь Льва Николаевича в Ясной Поляне. Шоу Гофмана – это не спектакль, это скорее шоу с элементами спектакля. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите пошалить, посмеяться и, может быть, как вариант, поиграть с настоящими артистами на настоящей малой сцене, то приходите к нам, похулиганим, посмеемся и получим громадное удовольствие. В Международный день музыки на сцене Большого зала Ленинского мемориала выступят участники грандиозного российского телепроекта «Большая опера 2016». Карина Херунс, обладательница красивейшего меццо-сопрано, и Юрий Городецкий, ставший одним из финалистов серьезного певческого соревнования, на протяжении всего проекта получали высокие оценки взыскательного жюри и горячие симпатии многомиллионной телевизионной аудитории. 1 октября на первом заседании литературной студии мастер-класс по созданию литературных произведений дадут поэт, автор гимна Ульяновской области Николай Морянин и прозаик, член Союза писателей России Илья Таранов.